Чебоксары готовятся отметить 552-й день рождения. В этом году массовых торжеств не будет, коррективы внесла пандемия коронавируса. Тем не менее, на нескольких площадках на свежем воздухе пройдут мероприятия. Жители Чувашии могут поздравить Чебоксары с праздником в прямом эфире 15 августа. Приветы и пожелания будут записывать на трех городских площадках. Там же горожане могут подключиться к онлайн-марафону, который будет транслироваться на портале «Открытый город». Кроме того, столица Чувашии принимает поздравления в соцсетях. Те, кто любит свой город, могут выложить видеооткрытку с хэштегом «Чебоксары-552». Уже сейчас в проекте участвует несколько десятков человек. Я попросила друзей и знакомых нарисовать открытку ко дню рождения города Чебоксары. И вот что у нас получилось. Чебоксары – город, где родилась наша семья. С днем рождения, любимый город!